привет! У вас сдался экзамены, наигрался в танки, мы возьмемся на YouTube. Все круто. С нами сегодня Арсений. Я в Лоскагу. Пацаны, ой, то есть девочки, подписывайтесь на меня. Скажи с Днем России, вот. Так, всем привет, я не постригся до сих пор. Если экзамены сдам на 60 баллов, поступаю в армию. Так что это последний влог, наверное. Мы едем снимать. Последний за 5 лет. Мы сейчас находимся на Красной площади, время 4 часа. Это самый популярный спот в Красноярске. Мы сейчас раздадим здесь и поедем на новый спот, который нам построило государство. Первый раз сколько, за 5 лет, да? За 10. За 10. Вот, у нас кроме Спортекса ничего нет, так что если хотите в стриту покататься, приезжайте сюда. Тут рядом магазин Каталити, тут все доступно, все есть. Сейчас будет контент, пацаны. Крутой, динамичный. Очень. Сеня, мы где находимся сейчас? В какой-то жопе, знаешь, сидеть на всех. Так, это наш новый скейт-парк, да? Как вам, пацаны, говно? А? Говно? На самом деле, с кайфом. Воняет, пищит, пиздец. Так, пора переключаться на видеокамеру, да? Всем привет, подписывайтесь на канал. Тебя как зовут? Артём. Вы снимаете его просто на заднем фоне. Типа, сам парк прикольный, но типа квотера, чуваки, это пиздец. Типа, они вообще не толкают. Это подкат резкий, по сути. То есть, смотрите, тут очень высокий спайн и очень маленькие квотера. Володя, снимай, сейчас поеду. Давай. То есть, ты сделаешь тут эйр, нет? Надо, ты здесь эйр развернешься, чтобы на спайн полететь? Давай я сделаю. Надо прыгать сначала на этом спайне. Делать эйр через пол рампы и потом уже это прыгать. Вот так! Бать, если бы он зацепил, он бы умер, да? Отойди немножко. Умер. Стрельба. Врываюсь. Смит на халфкап. Флип, барспин и пятерок. Давай делай. Я думал, ты в бассейн пить пошел, слышишь? Да. Это что, это Сочи, пацаны, или кто? Да. Здесь, когда падаешь, рампы отпечаток оставляют, смотри. Красава, отпечаток. Пару разыграть к тебе, коллега. Кому передать привет? Всем, короче, подписчикам новым привет. Дай скажу.
передаю привет маме Смыка. Привет всем подписчикам. Парк создан специально для самокатеров и скейтеров. А BMX-ерам здесь неудобно из-за того, что квотеры маленькие, и получается, что столы тоже очень узкие, им вылетать некуда. А мне по кайфу, я на скуте катаю. Ты это самое страшное не летал его еще? Не, ну это настоящий спайн вообще, по сути. Как тебе парк? Хороший. Я бы такой же хотел себе домой. Кстати, там шишка треснула, ее не переделали. Вот. Чекай. Вот здесь. Туда уходит, поворачиваем плавненько и получаем, здесь что здесь уходит. Трещина уходит. Как ты услышал? Изящно. Я не знаю, это шатун Рената. Его много. Тут типа нет, чуваки, на самом деле парк нормальный, но норда много, и квадра типа... Ну, а знаете, градуса на 4, был бы он порезче, было бы реально гораздо лучше. Ну и желательно, чтобы вот тот второй спайн. Чуваки, он реально лютый. После него реально некуда ехать. Почему в Краснодар? Что там так Краснодар такой, блядь, весь. Дворы, гаражи. Короче, мы двигаемся в сторону Спортекса. Мы не знаем, как мы будем выживать, жрать. Будем, я сейчас в Макдональдс залетим. Да, зайти в Макдональдс покушать. Бля, Макс Чипейна не одобрит, нездоровое питание. Да? Да. Так давай, блядь, огурец кушаем или что там? А, типа, купить Биг Мак огурец? Да, в Биг Маке огурец. А, ну в Биг Маке же там капусточка есть, огурчик. Короче, по пути нашли мы рейл. Вот такой длинный. Такой без... прям красноярский рейл. Беспалево заценим, да? Должны. Бля! Ты жив? Да ну нахуй этот спот, поехали пиво пить. Базарит. Базарит. Поехали в Краснояр. Вот. Краснодар? Да. Ведровка злобного, вот убираем. Поехали пожрать. Что, ты пиво взял? Да. Почему маленького улица есть? Это тоже вариант. Рено Логан черного цвета 20 века. Не, ну тут надо забыть о людях, надо все думать еще, не только о себе. О, молитвы трек играет. Лип. Покушать-то надо. Мы там покатались, чуть не блеванули. Памп трек крутой. Мы приехали на Ленина. Его помыли. Очень классный спот был, но он нафиг никому не нужен. Потому что тут, смотрите, какие штуки. Плиты вот так, короче, стоят. И никто на нем не катается, потому что он скользкий. Но поугарать тут можно, в натуре нормально. Ты долбоёб! Алиспот. Нет, стакан не бросай, мы из него пьём. Стакан не бросай, слышали, ребята? Не надо, не надо бросать стакан. Стакана не бросать, пацаны. Чё по планам? Он ходит, а он по полу валяется. Ты чё, снимаешь? Да. Ладно. Короче, сейчас снимем клайн, ещё немного покатаемся и заедем в МАК. Там на Спортекс. Йоу! Горшок умер. Че, ебаный? Ты не стыдишь эту хуйню? Покури там сейчас двойная начинка, и она равномерно перемешивается с мороженым. Давайте Макури. У нас в Красноярске МАК открыли месяца 3 назад. Кубни-то пустые, да? Там люди нас ждут. Все? Мы тут кушаем. Татарский. Раз уж мы тут собрались все вместе с Макдональдсом, я расскажу анекдот. Едет Ной с ковчегом по морю. Плывет, может, блядь? Долго плывет и приезжает. И плывает. К горе. Арарат. Самая большая, большая горя. И высаживаются, все, выходят там тигры, львы, вся живность. И доходят до вершины горы Арарат. И смотрят, там два грузина играют в нарды. И один другому говорит: «Гоги, смотри, цирк приехал». Сука.